боялась. Вон прыгают рыбки. Ай-яй-яй. Там самолетик летит, если его видно. А рыбы выпрыгивают из воды. Мне нравится это очень. Если у нас тут такие сегодня волны бушуют, то если открытый океан, там что? Сегодня один рыбак только. Вот, сегодня прибой такой был. Поднимает. Но сегодня 22 градуса. 22 градуса. Лето сегодня у нас 28 октября. Вот еще один рыбак, а там один. Вот они с радарами что-то ищут в песке. Где он этот? Вот, видите? Вот такой палочкой они что-то ищут. Клад, наверное, среди песка. Не знаю. Интересно. Вот такой. Вот там идет, да. Кораблик. Это кораблик из Токийского залива выходит и куда-то плывет с грузом. Вот там чиба. Босоханто. Так вот видно. И кораблик тоже. Вот. Все вот они выходят. Где у нас тут самолетик? Серебряный. Нет, на видео. А вот он, да? Серебряный. Не очень, но они летят в Ханеду, наверное. Ну, кораблей выходит очень много. И заходит тоже. Вот такое видео маленькое. Мюра Кайган, 28 октября 2021 год. Ой-ой-ой, 21 год, 2000. Ничего себе! Чайки ловят рыб. Вон прямо в воду прям ныряют. И рыбок ловят. Ничего себе! На видео, конечно, не видно, но... Значит, там сегодня рыбка есть какая-то. Ну, если рыбаки ловят. Вот так. Вот солнце. Ни облачка на небе сегодня, ни одного облачка нету. Я не вижу, что снимаю. Ни одного. Ой! Наступила на ракушку. Раздавила ракушку, наверное. И подпрыгнула. Вот сегодня ни одного облачка, ни одного. Но ветер дует. Все, пока-пока.